Добрый день, многоуважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за доверие и возможность подготовить доклад рабочей группы Государственного совета. Что же такое малый и средний бизнес в России сегодня? У нас свыше 5 миллионов малых и средних предприятий. На них занят каждый четвертый работник в стране. К сожалению, доля таких компаний в российском валовом национальном продукте лишь 21%. В Малайзии это 47%, в Японии 63%. А доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в таких странах 50-80% трудоспособного населения. Какие цели мы ставим? Первое. Увеличить как минимум вдвое долю малого и среднего бизнеса до 45-50% национального продукта России. Второе. Повысить занятость в этом сегменте до 35-40 миллионов человек. Эти цифры должны стать критериями оценки эффективности работы правительства России и глав регионов. А сегодня с малым и средним бизнесом ситуация, прямо скажем, плачевная. Мы видим, что тенденция роста микро- и малых предприятий условно около нуля. А нужна четкая программа действий, чтобы ускорить развитие малых и средних компаний, создать все условия, чтобы росло их количество. Что мы делаем сегодня, чтобы поддержать малый и средний бизнес? В первую очередь я хотел бы остановиться на основных программах поддержки, которые существуют на федеральном уровне. Это, прежде всего, программа Министерства экономического развития, которая предусматривает субсидии, гранты начинающим предпринимателям, субсидирование лизингом, поддержка малых экспортных компаний, микрозаймы и поручительства. Программа льготного кредитования Внешэкономбанка. Программа гарантийной поддержки Агентства кредитных гарантий. На реализацию этих мер за 2013-2014 годы Федерация выделила более 130 миллиардов рублей, но потрачено было всего 96. Есть и комплекс мер регионального уровня. Это бизнес-инкубаторы, гранты на развитие, консультации, образовательные программы. Но система господдержки требует развития. Об этом говорят и чиновники, и сами предприниматели. Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день правительство России готовит предложение по формированию единого института развития бизнеса в форме акционерного общества. Мы обсудили на рабочей группе эту инициативу, и мы ее поддерживаем. Работая над докладом, рабочая группа в первую очередь провела анализ сферы малого и среднего предпринимательства в России. Мы изучили российские и зарубежные практики применения стимулов для развития бизнеса. Впервые за всю историю госсоветов для подготовки использован интерактив. Через интернет-портал РБК и открытый регион 71 предприниматели давали свои предложения, как улучшить бизнес-среду. Участие приняли 18 тысяч человек. Мы получили порядка 350 проблемных вопросов, которые волнуют предпринимателей. По итогам выработали предложения, которые вошли в доклад. В подготовке участвовали предприниматели, бизнес-объединения, федеральные министерства и администрации регионов. Какие выводы мы сделали? Прежде всего, бизнес надо поддерживать на всех этапах его развития, а именно упрощать процедуры на этапе открытия бизнеса, содействовать выводу продукции на рынок, в том числе и экспорт, минимизировать налоги на этапе роста, повышать квалификацию самого предпринимателя, выдавать субсидии, гранты и, самое важное, кредиты по доступным ставкам. Кроме этого, вовлекать в бизнес необходимо с детства. Нужны образовательные программы, которые обратят внимание детей на профессию предпринимателя и отдельный упор на поддержку молодежного предпринимательства. Но, наверное, самый важный итог этой работы – наше предложение. Начать хотел бы с предложения в сфере налоговой политики. Первое. По нашим оценкам, в России около 3 миллионов человек работают на себя, являясь самозанятыми. Мы предлагаем для таких граждан ограничиться одним единственным юридическим действием – приобретением патента без процедуры регистрации ИП. Второе. Максимальное сокращение издержек для нового бизнеса, особенно в части налогов. Владимир Владимирович, вы уже упомянули в своем докладе выступлении, и действительно с Нового года поддержка предпринимателей, которые начали свое дело в форме ИП, начала работать, так называемые каникулы. Мы предлагаем распространить эту практику на вновь создаваемые юридические лица и предоставлять льготу на 2 года один раз в жизни каждому гражданину, который регистрирует подобное предприятие. Но таких граждан у нас 145 миллионов. Да.
Да, Владимир Владимирович, но, к сожалению, лиц, которые взяли на себя инициативу, всего 5. 18 миллионов занято в малом и среднем бизнесе, но предприятий-то у нас всего 5 миллионов. Поэтому даже если, конечно, есть риск, кто-то пойдет перерегистрируется, но на самом деле мы дадим определенный толчок. Есть тема, ее нужно просто проработать, обсудить. Вот надо это проработать, понимаете, потому что это же не потому что у нас любят жульничать. Нет, дело совершенно не в этом. Но если закон дает такую возможность, почему же ей не воспользоваться? Для предпринимателя же, кроме всего прочего, очень важна еще прибыль предприятия, которое он создает. Поэтому сегодня создал на себя, завтра на вас, послезавтра на тещу, еще через 2 года на Шурина. Вот и все. Ну, на нас нельзя. Вопрос ведь в чем? В том, что юридическая техника у нас должна быть отточенной. Это правда. Да, должны быть соблюдены и интересы государства, и интересы граждан, в том числе предпринимателей в данном случае. Я не отвергаю это прямо с порога. Просто надо это продумать все, понимаете? Владимир, наше предложение только для физических лиц. Если в малом предприятии участвует юридическое лицо, то такое предприятие получать льготу не должно. И потом, малые предприятия мы ограничили сегодня порогом, мы же не ограничены и по выручке, и так далее. Поэтому не такое большое количество людей, которые в принципе пойдут на перерегистрацию. Третье. Для этих же предприятий, которые созданы впервые, на 2 года установить ставку по взносам во внебюджетные фонды 14%. Четвертое. Предлагаем рассмотреть возможность использовать специальные налоговые режимы для более широкого круга предпринимателей. В частности, повысить размер выручки для предприятий, работающих на упрощенке. Владимир Владимирович, 60 миллионов рублей в год выручка. Это решение было принято в 2007 году. Инфляция больше 90% за это время. Пришло время, когда мы должны поднять ставку в 2 раза. С 60 миллионов рублей в год до 120. Я думаю, что это будет справедливым. Пятое. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что есть риск появления у регионов и муниципалитетов выпадающих доходов. Мы предлагаем передать федеральную часть налога на прибыль на региональный уровень. Эта мера послужит еще большим стимулом для регионов развивать предпринимательство и позволит им сбалансировать свои бюджеты. Аналогичную ответственность мы предлагаем установить и для регионов, для того, чтобы создать стимулы для муниципалитетов. И предлагаем законодательно закрепить не менее 50% налоговых доходов, получающих от предприятий, применяющих упрощенку, поступать в бюджеты муниципалитетов, что даст устойчивую налоговую базу для муниципалитетов. Механизмы господдержки могут и не должны заменять доступ кредитным ресурсам. Сегодня ставки по кредитам значительно повысились. По факту, с учетом комиссии, самой ставки, эффективная ставка составляет от 24 до 26%. Мы считаем, что при таких ставках, конечно, рентабельность бизнеса она поставлена под сомнение. Бизнес фактически нерентабельный. Мы предлагаем, первое, для расширения доступа к финансовым ресурсам увеличить максимальный размер микрозайма для предпринимателей до 3 миллионов рублей. Второе, финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса должен проводить единый институт развития, который объединит в себе все функции действующих учреждений. Я уже об этом говорил, я думаю, что если этот институт будет создан в форме акционерного общества, я думаю, что это будет тоже, наверное, правильное решение. Третье. Необходима полноценная программа рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу. Я знаю, что есть скептики, коллеги, которые не верят, что это все сработает. Я верю. Я думаю, что у нас в городе-герое Туле Тульской области есть десятки примеров бизнеса и предпринимателей, которые готовы реализовывать. Среди них есть и новички, и те, кто готов работать и расширять свой существующий бизнес. В том числе есть представители из других регионов. Есть кадры, готовые площадки, просчитанные проекты, даже получены предварительные согласования с банками. Сейчас нужно дать людям глоток воздуха. Вот кредиты по подъемной ставке, налоговые послабления. Уверен, процесс пойдет. И в заключение, многоуважаемый Владимир Владимирович, я хочу вернуться к целевым показателям. В любом учебнике бизнеса четко сказано, должны быть понятные целевые показатели. Минимальная цель, которую мы должны перед собой ставить, это двукратный рост показателя занятости малого и среднего бизнеса до конца 2020 года. 6 лет. У нас есть такая возможность.
Задача максимум – это 40 миллионов человек на ту же дату. Тогда мы сможем увеличить вклад этого сектора ВВП страны с 21%, который он дает сейчас, до 45-50%. Нам есть к чему стремиться. Нам необходимо учиться предпринимать, учиться технологиям, учиться управлять. И отмечу, что отвечать за эти показатели должны правительства России и главы регионов. Благодарю за внимание. Спасибо большое.